наступлением холодов во многих городах Донецкой области устанавливают пункты обогрева, преимущественно для того, чтобы не дать замерзнуть бездомным. Однако в Волновахе ни одной такой палатки нет. Почему? Узнавали корреспонденты телеканала ДОТБ. Бездомный Сергей 3 недели назад поступил в Волновахскую центральную районную больницу с обморожением. Из-за сильного поражения тканей ему пришлось ампутировать обе ноги. Дошел пешком ночью, сгорание аж. И лег спать под деревом. В больницу с обморожениями поступило более 10 человек. Большинство из них бездомные. Врачи говорят, при обморожении боль чувствуется не сразу. Далее ожидается после этих всех морозов, вероятнее всего, будет поступление таких, так сказать, травмированных, пораженных. Бывает так, что они могут поступать даже уже с такими значительными проявлениями омертвения, гангрен, и в марте, и в мае месяце. В городском совете считают, что в пункт обогрева, если его поставить, никто ходить не будет. Они предлагают альтернативу. Готовы выделить более 10 тысяч гривен из городского бюджета на горячие обеды для бездомных. Однако здесь также существует проблема. Владельцы кафе отказываются пускать бездомных внутрь. Поставить сейчас палатку в центре города Волноваха, кто туда придет? Никто туда не придет. По крайней мере, вы не зайдете. А если зайдем, то просто глянуть, а что ж там? В кафе есть определенные трудности с тем, не каждый хозяин еще хочет их видеть у себя. То есть, как он говорит, хозяева говорят, то есть мы готовы дать им на вынос там горячего супа, чая, там, грубо говоря, тормозок горячий собрать, но только чтоб не в кафе. Можем только в коммунальное. Коммунальное – это только больница. Оказывать помощь тем, кто страдает от мороза, спасателям Волновахи пока не приходилось. Однако они получали вызовы от водителей, застрявших на дороге. Были случаи, когда в пути водители, ну, по каким-то причинам не смогли выехать с какого-то участка дороги. Нам приходилось выезжать для того, чтобы оказать помощь в плане буксировки и того же обогрева человека, чтобы он не получил обморожение. Уже в ближайшие дни синоптики обещают потепление в Украине. Придет оно и в Донецкую область.